Здравствуйте, любители птиц! В сегодняшнем видео хотел бы рассказать вам про гнездовой домик, который подойдет как карелам, так и розелам. Значит, вот с этой стороны можно сделать смотровое окошко. Вот работает это так. Раз, посмотрели птенцов. Здесь все прекрасно видно. Птенцы, не птенцы. Хоп, закрыли. Крышка. Вот, пожалуйста. Все сделано из фанеры. Туда насыпаем опилки, ромашку, полынь. Закрываем крышкой. И садим все это дело на саморезы. Вот так. Чтобы... В дальнейшем, когда птицы будут там гнездиться, они крышу не подняли головой. Бывает, поднимают. Вот. В начале сезона открыли, опилок насыпали, саморезы закрутили, и все, сезон кончился. Саморезы открутили, крышку открыли, все помыли, продезинфицировали. И на хранение. Это вот маленький помощник у меня здесь. Мы с ним вместе. Все, пошел. Так, значит, с этой стороны... Сделали крючки, чтобы вешать на заднюю стенку. Вот. Все очень просто. Вот так вешается. Раз, допустим, на сетку повесили и висит. Ну и подходите с этой стороны, смотрите птенцов, контролируете процессы все. Вот такой, значит, скворечник, ребята. Кому понравился, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. В дальнейшем будет много интересного. Вот, пожалуйста. Забыл размер. Сейчас размер подскажу вам. Этот скворечник подходит как для карел и для розел. Размеры сейчас покажу. Ширина примерно 30. Высота примерно 40. Здесь квадратный. Ну, я сделал вот 30 на 30. Согласно литературе. Все по-научному. Для пенантовых розел можно немножко шире сделать. Для карел можно немножко высоту уменьшить. Вот здесь получилось 41. Для карел можно сделать и 35. Литочек. Литочек 8, 7, вот так, кому как удобно. Здесь балкончик этот 9 сантиметров. И внутри палочка, без всяких лесенок. Окошко немножко смещено, чтобы птицам было удобно хвост, чтобы не ломался. Вот так вот. Вот такой у нас птенец выкормыш. Родители не хотят кормить, так мы его сами немножко подкармливаем. И еще, значит, толщина фанеры здесь потоньше достаточно. А на дно поставили потолще фанерку. Вот. Все, всем спасибо, до свидания. Бумс.